Сегодня, когда весь мир по обоюдному согласию проводит один день без автомобиля, состоялась 11-я сессия городского совета 7-го созыва. Поэтому многие мариупольские депутаты приехали на работу на велосипедах. А вот городской голова Вадим Боченко в данное время в Мариуполе отсутствует. В числе главных вопросов сессии – принятие городской программы предотвращения и противодействия коррупции. Документ зачитал начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами предотвращения и выявления коррупции городского совета Григорий Березун. Целью данной программы является обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения, противодействия коррупции, осуществление мер, направленных на установление причин и условий совершения противоправных действий. Программой предусмотрены определенные пути и способы решения данной проблемы. По мнению депутатов и общественников, данная программа для города крайне важна. Как пояснил руководитель общественной организации Мариупольский городской комитет по предупреждению и противодействию коррупции Станислав Николаев, вопрос разработки такой программы поднимался еще в 2013 году. И депутаты предыдущего созыва такое решение принимали. Но в связи с началом военных действий этот вопрос остался нерассмотренным. Я думаю, что говорить о важности рассматриваемого сегодня вопроса нет смысла. Я думаю, что не случайно сегодня этот вопрос звучит главным вопросом на сессии. Я бы, пользуясь случаем, хотел немножко вернуться в историю этого вопроса. Может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Вопрос создания городской мариупольской антикоррупционной программы наша общественная организация поднимала в 2013 году. Депутаты предыдущего созыва принимали решение сессии о разработке такой программы. И оно есть, это решение. Но, к сожалению, с учетом тех действий, которые мы стали свидетели, этот вопрос остался нерассмотренным и как бы ушел в сторону, стал не главным. Хотя проблема осталась, и я думаю, что наряду с проблемами, которые сегодня на фронте, вопрос коррупции – это второй фронт, внутренний, будем так говорить. Депутаты единогласно проголосовали за принятие программы. А вот вопрос об утверждении по отводу земельного участка по улице Ткаченко-Петренко 2В в Приморском районе города вызвал споры как у депутатов и общественников, так и у местных жителей, пришедших на сессию. Проблема состоит в том, что по этому адресу новый собственник купил дом с капитальным забором, который стоит на том самом месте, где когда-то размещалось разворотное кольцо городского транспорта. Сегодня владельцы дома хотят приватизировать землю, и, как утверждают депутаты, юридических проблем здесь нет. Зато есть требования местных жителей. Вместо забора, как много лет назад, должно появиться разворотное кольцо. Люди купили дом с капитальным забором и хотят приватизировать землю, то есть реализовать свое конституционное право. Никаких претензий к ним нет, кроме тех, которые небольшая, но громкая группа людей высказывает. Они хотят, чтобы там было разворотное кольцо. Разворотного кольца там априори быть не может. На то есть документы соответствующих служб. Мы уже 2 года катаем этот вопрос, но почему-то не отказываем, но и не соглашаемся. Собственно, аргументов у нас нет, кроме просьб вот этих вот людей, которых слышно, которые заявляют о себе. Причем группа малочисленная. Председатель КСН поселка Западный пояснила, что вопрос на самом деле стоит на повестке дня около 14 лет. До 2001 года на пересечении улиц Лавицкого и Ткаченко-Петренко было разворотное кольцо, на месте которого прежние владельцы дома возвели забор, пользуясь отсутствием пассажирского транспорта в этом районе. А годом позже здесь заработал маршрут номер 114, поэтому разворотное кольцо пришлось перенести на несколько десятков метров. Как полагают местные жители, оно непригодно для пользования. Но существующее сегодня разворотное кольцо не отвечает требованиям. Это автобус едет по дороге шириной 3 метра. Нет просмотра дороги улицы Лавицкого при выезде из переулка Ткаченко-Петренко, так как кирпичный забор закрывает видимость. По переулку Ткаченко-Петренко проходит подземный высоковольтный кабель, который сейчас в последнее время очень часто взрывается. Депутаты долго спорили, стоит ли выносить вопрос на голосование, когда налицо конфликт интересов жителей и собственников дома. Давайте каждый себя поставим на место этого человека. Вы приобрели жилье, а теперь пытаетесь его узаконить, а вам говорят, сносите половину. То есть на сегодняшний день это не то расстояние, на мой взгляд, движение автобуса, чтобы препятствовать. То есть кольцо именно там или пройти 50 метров, это один вопрос. И второй, уважаемые жители,
ну, честно, просто для меня лично, чтобы понять, какое отношение или какая роль жителей в том, что они видят, как разворачивается автобус, удобно ему или нет. Есть водитель для того, чтобы эти маневры совершать. Вы подошли на остановку, сели и поехали. На мой взгляд, поправьте. Ну, потому что это разворотное кольцо было, и оно было удобно. Спасибо. Я так понимаю, что надо во всем этом обсуждении поставить точку, поставить вопрос на голосование, потому что если бы были у юрдепартамента какие-то противоречия, мы их пытались услышать на этом, их нет. Есть факты, которые подтверждены, мы лично выезжали несколько человек, также убедились о том, что там разворотное кольцо есть 50 метров, оно составляет порядка ширина 20 метров, и здесь даже если продлить эту дорогу, надо снести просто полдома. Мы можем, конечно, решением отказать, снести вообще этот дом, а потом за деньги городского совета заново людям построить этот дом. По решению суда, потому что так и будет в 99% случаев. Поэтому здесь пускай каждый депутат решит, да или нет. Вопрос в любом случае, даже если мы решим нет, все равно через суд они восстановят, и мы просто с городского бюджета все вместе со своего кармашка восстановим этот забор. Ну, если так люди хотят, пускай голосуют так. Спасибо. Коллеги, из-за чего мы этот вопрос вынесли в сессионный зал, чтобы каждый принял решение по совести. В итоге депутаты проголосовали за утверждение спорного проекта. Вопросы.